На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. 1 и 2 октября в Краснодарском крае, исключая муниципальное образование Сочи, ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-20 метров в секунду. Над Черным морем имеется опасность формирования смерчей. Уважаемые жители и гости Краснодарского края, соблюдайте элементарные требования безопасности. Помните, что единый телефон пожарных и спасателей с городского 01 с мобильного 101.